Если вы хотите знать, почему Rockstar Games в скором времени ожидают некоторые затруднения, то досмотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед всем этим, что бы я вам хотел сказать, Arizona, Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Kuzner находится в описании данного видеоролика. Там же находится мой телеграм-канал, перейдя на который, подписавшись, вы сможете узнавать обо всех новых новостях. Я туда пишу какие-то посты, которые не попадают вообще никуда, ни ВКонтакте, ни еще куда-то. Вот, допустим, по предыдущим двум самп-обзорам я всю информацию сообщал исключительно в телеграм-канал. То есть все остальные люди не могли все это наблюдать. И в будущем там будут появляться еще более эксклюзивные материалы. Поэтому, чтобы все это не пропускать, подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылочке в описании, и все у вас будет замечательно, хорошо и нормально. Как я уже говорил, большинство новостей на данной неделе будет начинаться с вот этого вот самого коронавируса. Коронавируса, коронавируса, кому какая разница, потому что самповские издания только про это и пишут. То есть все это ассоциируют именно с этим. Да не только самповские издания, вообще все вы там можете посмотреть какие-нибудь там, я не знаю, пифмы, даранчи, вот эти вот, знаете, NR, типа New Rap, там, или как все это расшифровывается, и все они пишут там, либо кто-то умер, либо там кто-то заболел коронавирусом, либо там какие-то новые обновленная информация по коронавирусу. Разумеется, тема значимая, тема нужная, ее должны развивать, должны держать в курсе всех людей, потому что люди должны знать, что происходит там со всеми вот этими вот всеми вещами, штуками и так далее. Но давайте вот сейчас мы немного от всего этого абстрагируемся, потому что я немного не такой ютубер, я не рассказываю вам обо всем, что происходит в мире, потому что залупа. Ну, полная залупа. Зачем мне это надо? Я GTA сам ютубер, и мне вот все это вполне достаточно. Поэтому сегодня мы с вами поговорим немного про вот все другое, но тем не менее это затронет вот нашу, знаете ли, общую тему, потому что у меня на канале также есть просто GTA-шники, которые не играют в самп, а просто играют в GTA, до сих пор такие есть, и они смотрят ютуберов по GTA. Вот, допустим, после ролика про Зака, вот таких людей стало очень много, и до сих пор с этого самого ролика на меня подписываются все вот эти вот люди, да, и там, в общем-то, с ролика про Полика, я уверен, тоже подписываются люди, и вот ждут каких-то новостей по поводу всех вот этих вот, знаете ли, GTA и так далее. Да и есть большое количество у меня знакомых GTA ютуберов, которых тоже очень много, с которыми я тоже так или иначе поддерживаю какой-то диалог, но давайте об этом не сегодня. В общем-то, в моем любимом новостном издании, которое как бы не особо относится к Rockstar Games, вот ко всей этой компании, но отдаленно там что-то все-таки вот это вот есть, поэтому я чем запрещать буду про все это писать, да ни в коем случае я ничего подобного делать не буду, мне это абсолютно точно никаким образом не нужно. Так вот, данное сообщество пишет, что сегодня, я не знаю, когда вы смотрите данный видеоролик, потому что я этот пост читаю, он уже датирован тем, что вчера он выпущен, но они пишут сегодня, типа, Rockstar Games в своем твиттер-аккаунте заявили, что переводят всех сотрудников на удаленную работу из-за развития эпидемии вируса. Типа, это касается всех офисов абсолютно и студий компании во всем мире. В общем-то, какой-то, знаете ли, опять-таки охуительный сюжет, тот, который, безусловно, можно обсудить и нужно, самое главное, его обсудить, то, как работают неплохие такие компании. Во-первых, ну, зачем об этом как бы писать? Наверное, для того, чтобы сотрудники, которые прогуливают работу, которые по какой-то причине до сих пор работают в компании Rockstar, чтобы они обо всем этом узнали, но так я не знаю, зачем все это делать, либо там, сообщить вот всем этим людям. А как мы все знаем, когда вот эти вот все карантины и так далее, то люди работают намного хуевее. Ну, кому захочется, когда вы там сидите дома, выполнять какую-то домашнюю работу или что-то наподобие того. И вот тут происходит точно так же, поэтому можно сделать вполне спокойный вывод, что люди из Rockstar Games будут работать намного хуёвее. Поэтому, как бы, и так там есть вопросы к некоторым таким, знаете ли, новинкам, которые в последнее время там релизились на компьютерные вот эти вот все консоли и так далее. И так к ним есть некоторые вопросики по поводу оптимизации и всего прочего, но давайте сегодня мы поговорим не об этом. Вообще, когда вот только слышишь про этот коронавирус, про то, что там какие-то, знаете ли, вот эти вот пандемии, там все прочее, вроде как школы на карантин все это закрывают, и ты думаешь, типа, что тебя это особо никак не касается. Но потом, когда вот, допустим, там, я не знаю, в
твою школу или в твое учебное заведение в целом, а приходит какое-то такое заявление, бланк, там приказ о том, что все, зачисляем всех людей, как бы у нас официально карантин, зачисляем всех людей, как бы в этот самый, в обучение по вот этому, по интернету, по всем прочим вещам, типа, ты немного такой, ага, значит, все не так-то уж просто. Просто недавно такой вот приказ как раз-таки пришел в мое учебное заведение, я типа такой сижу, ебать, ну, охуеть теперь. Вот, когда Rockstar еще вот нечто подобным занимаются, что вот у них тоже сотрудники все уходят домой, то есть понятно, что американцы как-то, наверное, к этому более трепетно относятся, к своей гигиене, к своей безопасности, ко всему прочему, и, наверное, давно просили уже, там, я не знаю, студию вот эту вот Rockstar Games, которая, по-моему, расположена, можете меня пнуть в комментариях, в Великобритании, наверное, уже давно их просили, мол, чтобы перевели всех сотрудников на такое, знаете ли, можно сказать, наверное, домашнее обучение, но тут, наверное, будет правильнее сказать домашнюю разработку. А сама Rockstar Games сообщает, что это никак не повлияет на все онлайновые игры, то есть все так же продолжит строиться, все так же продолжит делаться, поэтому каких-то особых проблем мы не заметим. А заметим мы проблемы или нет, ну, покажет только, наверное, время, потому что, как бы, ну, возможно, мы заметим проблемы с тем, что обновления для той же самой GTA Online, они немного припозднятся и выпустятся намного позже, потому что, типа, сотрудники работают дома, там можно отдохнуть, там много, знаете ли, дома отвлекающих факторов, поэтому я думаю, что с обновлениями придется подождать. Плюс, там, знаете, отменяются все эти футбольные матчи, да, впрочем-то, кому они вообще нужны, да, все эти футбольные матчи? Лучше бы, там, знаете, Rockstar Games дальше как-то вот более плодотворно над всем этим работали. Но, однако, кому вот нужен, опять же, эти обновления в GTA Online? Они уже столько там всего наворотили, что ты заходишь, как будто, блять, это не GTA Online, а какой-то Saints Row, блять, мод на Saints Row, и там вот все это происходит, взрывы какие-то, заходишь, вообще охуеваешь от того, что там вообще делается, блять, охуеть просто. В общем-то, я думаю, что на этом уже и все. Ну, коронавирус и коронавирус, ну, умрем мы и умрем, ну, какая вообще кому разница, я вот просто не понимаю. Главное, чтобы никто из вас не позорился и чтобы делать вам было что. А с вами был Ярослав Брулев. Как бы, что можно еще рассказать? Да, Rockstar Games отпустили всех своих сотрудников на дом, работать на дому, и мне кажется, что это не особо хорошо будет для людей, потому что дома, опять же, большое количество отвлекающих факторов. Однако мы поживем, увидим. IP Arizona Roleplay Phoenix находится в описании данного видеоролика, там же находится мой никнейм Dante Connor, там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, заходите туда и ознакомьтесь со всей информацией именно там. Всем спасибо, всем пока.